Сегодня говорим о коррекции орбитальной зоны, а конкретно о депрессии мягких тканей и формировании пальпобромолярной борозды. Мы применяем в работе нити филлеры. Это 7 гладких нитей, сложенных пополам на одной несущей нити. Нити имплантируются легко, носитель канюля 25 на 5, и она позволяет очень мягко, деликатно и комфортно восстановить объем данной зоны без нежелательных постпроцедурных явлений. Нити имплантируются друг за другом, мы видим, что они вводятся в глубокие ткани и очень мягко корректируют объем. Одномоментно в эту же процедуру мы имплантируем гладкие мононити, которые позволяют укрепить ткань, упростить зону малярного мешка, спрофилактировать образование борозды и среднещечной борозды. Нить может быть самого разного размера, в данном случае это 29G на 4 см. Вы видите, что имплантируются нити очень плотно друг к другу, коннектор к коннектору. Можно пересекать, в данном случае однонаправленного введения вполне достаточно. Мы получаем красивый взгляд, плотную кожу и отсутствие дефицита объема данной зоны с применением таких технологий, а главное, это безопасно, эффективно, результативно и обеспечивает нам отсутствие нежелательных постпроцедурных явлений. Стоит отметить, что мы работаем в разных слоях нашей кожи и выполняем сразу же несколько поставленных перед нами задач. Это и коррекция объема, коррекция плотности кожи, профилактика инволютивных изменений и, конечно же, биостимулирующее действие. Данная процедура подходит как с начальными признаками, так уже и со сформированными инволютивными изменениями и является отличной альтернативой классическим методикам.